дорогие друзья, суббота вечер, и мы с Айханом гуляем по городу. Пришли кушать кумпир. Сейчас я вам покажу, что это такое, кто не знает. Но сначала у меня для вас есть новость. Сегодня мэрия закрыла 14 компаний и 2 корабля за то, что они приставали к туристам. Почему, как, насколько их закрыли, расскажу чуть попозже. Ну а сначала покажу вам наши кумпирчики. Ну и, конечно же, у ресторана нас встречает вот такой вот большой кот. Как выглядит кумпир, друзья? Кумпир выглядит вот таким вот образом. Это картофель. И можно взять очень много разных добавок и полить кетчупом и майонезом. Нам уже принесли наши кумпирчики. Айхан уже кушает. И Айхан насыл гизельмы. Очень вкусно. И вот таким вот образом, в других наших видео вы видели, вот так вот выглядят кумпирчики. И мы очень любим с красной капустой, с оливье и с солененькими огурчиками. В общем, всем приятного аппетита, кто кушает, и чуть позже расскажу про закрытые фирмы. Эхмед. Привет. В общем, друзья, мы очень вкусно покушали, теперь мы довольны и счастливы. И теперь я вам расскажу про вот эти вот 14 магазинов и 2 корабля, которые закрыли. Как вы знаете, и многие из вас жалуются, пишут в комментариях, что невозможно ходить по улицам, по набережной, потому что пристают, зазывают и так далее. В другом видео я уже говорила, что это делать запрещено, и мэрия очень строго следит за этим. И, видимо, народ пожаловался и закрыли целых 14 магазинов и 2 корабля на набережной. И причем, помните, корабль, который я была на набережной, и дядечка с этого корабля тоже ко мне приставал, и я сказала ему, что это делать нельзя. Вот именно их, кстати, и закрыли. Каким образом происходит закрытие? Сначала кто-то должен пожаловаться, их предупреждают, выписывают штраф. Если будет вторая жалоба, их закрывают от 3 до 10 дней, выписывают штраф, потом они могут открыться. И если будет третья жалоба, их компании уже закрывают навсегда. Поэтому, друзья, мэрия работает, и вот только что мы с Айханом проходили по улице, выписывают всем, кто ездит без прав, без касок на мопедах, полиция выписывает всем штрафы. Это на самом деле очень радует. Поэтому, если вас что-то будет не устраивать в Алании, вы также можете пожаловаться, и местные власти и полиция обязательно примут меры. Как я уже говорила, приставать к туристам запрещено. И я надеюсь, что местные торговцы поймут, что этого делать нельзя, и будут более уважительно относиться к туристам и вести бизнес не как в зоопарке, а красиво и культурно. Ну а сейчас, друзья, мы идем на маяк, гуляем, суббота вечер, поэтому пойдемте вместе с нами. И, друзья, проходя через базарные ряды, мы наткнулись вот на одну из таких компаний, которая была закрыта. Вот я вам сейчас прочитаю. Этот бизнес был закрыт правительством Алании, потому что он мешал туристам. Закрыли его на, видите, закрыли на 3 дня. Закрыто муниципальной полиции Алании. И сейчас, друзья, ходить по этим торговым рядам одно удовольствие. Никто не пристает, потому что буквально сегодня здесь полиция проводила все закрытия всех этих и кораблей, и ресторанов, и магазинов. Поэтому сегодня вечер все гуляют свободно и спокойно. Но, как Айхан сказал, через 2 дня начнется то же самое. Опять будут закрывать магазины, и опять будут приставать к туристам. А еще есть в центре тут не такой большой аттракцион для детей. Я не знаю, прыгают они на резинках, на батутах. Кто знает, как называется, напишите в комментариях. Я что-то никак не могу вспомнить его название. Хочу такой же с
попробовать для взрослых, но, к сожалению, только для детей. Еще после фестиваля здесь осталась вот такая вот выставка Алании и ее жителей в старые времена. Вот посмотрите, свадебные фотографии даже, ну и, конечно, целые семьи. Arkadaşlar, biz Büyük Fener'e gidiyoruz. Büyük Fener'e İskele'den böyle geliyorsunuz. Kızıl Kule'ye gelince buradan sola dönüyoruz. Bomba kafe yanından sola dönüyoruz. Да, вот, друзья, вот от этой лестницы, которая ведет на Красную башню, поворачиваем, проходим мимо вот этих всех ресторанов, живой музыки вечером, и идем до самого конца, до лестницы. Поднимаемся наверх по этой лестнице и идем до самого маяка. Дошли мы до маяка, друзья, и на самом деле он без подсветки. Кто-то писал в комментариях, что раньше маяк был с подсветкой, а сейчас подсветки нет. На самом деле нет подсветки, да, и выглядит он как черное пятно. И маяк вот напротив, видите, там, ну хотя его не видно, вот этот маяк тоже выглядит как черное пятно. Шли мы сюда быстро, минут 10, наверное, дорога недолгая, но отсюда открываются очень красивые виды на Аланию. Если вы еще не были на маяке, обязательно приходите сюда ночью. Здесь очень красиво. Можно увидеть всю набережную. Ну и, конечно же, крепость. И просто прогуляться на свежем воздухе, полюбоваться вот этой красотой. И, друзья, вот этот корабль, как вы видите, например, тоже закрыли на 10 дней. Вот вы видите, висит табличка. 10 дней этот корабль не сможет принимать туристов. Вот такие вот последствия того, что пристают к туристам. И здесь есть еще один корабль, на котором, вот я уже вижу, вон там вот, висит табличка, что... их закрыли, и что они не смогут возить туры. Не знаю, сколько там, 10 дней или 5. Ну, в общем, как раз именно вот этот корабль, дядюшка, который к нам и здесь приставал. Ну, и, конечно же, под конец вечера мы пришли выпить турецкого чая. Сегодня я пью яблочный чай. Друзья, пишите, кто любит яблочный чай. Мой самый любимый. Apple чай, apple. Ну что, дорогие друзья, вот так вот мы провели вместе с вами субботний вечер. На сегодня мы с вами прощаемся. Надеюсь, вы получили хоть какую-то полезную информацию. Поэтому обязательно приезжайте в Аланию. Здесь классно и интересно. Ну а на сегодня всем пока-пока. Добро пожаловать в Аланию.